пресс-конференцию, посвященную празднованию 1150-летия Великого Новгорода. У меня несколько вопросов созрело. Какие общественные национальные? Началось ли строительство каких-то объектов? Спасибо, коллеги. Еще вопросы. У меня такой вопрос. Человек выпивает 3 литра кваса за 4 часа. Вопрос, за какое время он выпивает бочонок кваса? Видимо, мы не поняли друг друга, коллега, может быть, мы обсудим, вот, что же имелось в виду. Есть еще какой-нибудь вопрос? Испытание произошло абсолютно штатно, абсолютно успешно, под эгидой Роскосмоса по разработке ракеты-носителя «Ангара». Пожалуйста, коллеги, еще вопрос. Прошу вас, конечно. Представьте, что к вам пришли в гости друзья, и вы решили их угостить персиками. 6 персиков вы разрезали на 7 частей. При этом оказалось, что каждому второму другу досталось по 2 ломтика, каждому третьему другу по 3 ломтика, каждому четвертому другу по 1 ломтику. И еще один друг отказался от персиков, потому что у него на них аллергия. Вопрос, сколько друзей пришло к вам в гости? Замечательный вопрос. Понятно. Пожалуйста, ваш вопрос, прошу. Телеканал «Звезда», пожалуйста. Дональд Трамп, Баффет – это одни из ключевых игроков американского рынка. И они чувствуют, что Америка уже близка к падению, к краху. Вопрос вам такой. Дональд Трамп как-то раз говорит Уоррену Баффету: «Дай мне 2 миллиона долларов, и у нас будет миллиардов поровну». На что Уоррен Баффет отвечает: «Нет, лучше ты дай мне свои 2 миллиарда долларов, и тогда у меня будет миллиардов в 2 раза больше, чем у тебя». Вопрос, сколько миллиардов было у каждого предпринимателя? Ну давайте, Владимир Константинович, пусть ответит. Не силен в подобных вещах, в подобных подсчетах. Полностью переношу это на Игоря Николаевича. Я не следил за вашими, вот этими, честно говоря, математическими переходами, но я хотел... Ну вопрос интересный. Поставок на специальном каком-то счете 300 миллионов рублей, чистых активов, уставной капитал компании 1 200 000 000. Еще, пожалуйста, вопрос. Фрагмент древней скульптуры, 5 букв. Фрагмент древней скульптуры, 5 букв. Надо помочь вам рассказать того. Все-таки давайте поговорим о делах насущных на этой пресс-конференции. Довольно пасмурное уходящее лето для любителей интеллектуальных игр в России. Теперь, коллеги, есть вопросы? Здравствуйте, Андрей. Вопрос к вам. Играет Тоттенхэм, мадридский Реал, и вдруг посреди второго тайма Павличенко замечает, что мяч у Рональдо. Расстояние между Павличенко и Рональдо 40 скачков Павличенко. Расстояние, которое Павличенко пробегает за 5 скачков Рональдо, пробегает за 6 скачков. За сколько скачков Павличенко догонит Рональдо? За 8. Спасибо огромное.